Удастся ли Владимиру Зеленскому реформировать Украину? Маловероятно. Почему? Я считаю, что он неспособный политик, во-первых. А во-вторых, общество украинское еще не готово к реформам. Это главная причина. Тут нужно большинство народа, понимаете? Украина такое государство с таким менталитетом, где необходимо мнение большинства. А большинство на Украине – это народ, а не парламент и не Зеленский. Ну, я надеюсь, да, что, в принципе, где-то будут сдвиги какие-то положительные. Насколько я вот могу судить по новостям, не особо я их смотрю, но все равно, когда получается, смотрю. Мне кажется, что, в принципе, он и стал не для того, стал, чтобы что-то там изменить, реформировать. Да нет, конечно. Почему? Ну, денег не хватит на это. Вы знаете, на самом деле это очень спорный вопрос. Это зависит не только от самого Владимира Зеленского, но и от того, как он построит команду вокруг себя. Если это будут действительно компетентные и хорошие специалисты, то я верю в то, что ему получится создать хорошую команду и как-то реформировать ситуацию и решить ситуацию, опять же, на Украине. Я думаю, что да, если это честные выборы, реформируют. Почему нет? Я знаю, он артист хороший, хорошо выступает, а как он президент, смотрит ли он трансформировать свои вот это вот, ну, артистические, так сказать, возможности в это, и исправить такие проблемы, которые там есть в стране. Ну, я не знаю. Надеюсь, что будет все хорошо. Даже не знаю. Если желание будет, то можно. Мне кажется, там не боги горшки обжигают. Он образован, еще подучится, если советники будут подходящие. Мне кажется, ну, он не идиот же, не дебил. А реформировать, ну, я не знаю, как вам удастся справиться вот с этими всеми богатыми. Я здесь посмотрела съемку, где он встречается с налоговиками в Фейсбуке. Слушайте, сидят такие люди, вот все уже прошлый век, а он будущее, все-таки лицо. Вот даже он рот не открывает, я на лица смотрю, понимаете? Поэтому, ну как, вот как у нас, удастся ли будущему справиться с прошлым?